Нерюнгринском районе продолжается реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В поселке Серебряный Бор в торжественной обстановке введен новый трехэтажный дом этапа 2015 года. Подробнее в следующем сюжете. В Серебряном Боре 39 семей получили ключи от квартир. Новый четырехподъездный дом построен застройщиком «Горизонт» в рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Под аплодисменты новых жильцов заместитель главы района Артем Фирстов и глава поселка Станислав Будуев разрезали алую ленту у входа в подъезд. Все-таки получили огромный большой опыт, и 2019 год продолжение застройки будет у нас более таким стабильным, качественным и успешным. Вручение ключей стало долгожданным и радостным событием для новоселов. Серебряноборцы впервые осмотрели свои квадратные метры и остались весьма довольны. Что-то новое ждет в этой жизни. Из ветхих жилых домов, конечно, хочется. Столько лет люди живут в аварийных этих домах. Столько лет ждут вот это переселение. На сегодняшний день в Серебряном Боре большая часть жителей все еще проживает в аварийных домах, ожидая очереди на переселение. До конца 2017 года в поселке 4 компании-застройщика должны сдать в эксплуатацию еще 19 домов. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгри.